Здравствуйте, дорогая Валентина Эдуардовна, рад вас видеть. Вы прекрасно выглядите, и поэтому я хочу вас спросить. Мы же готовы к вебинару, да? Что вы там будете говорить? Да, мы готовимся действительно с вами к вебинару, и спасибо большое, что предложили и организовываете это замечательное мероприятие. Я думаю, что это будет не просто познавательно интересно, но и очень полезно в преддверии праздников. Потому что, к сожалению, очень часто люди на Новый год, после Нового года сразу заболевают, и впечатление от праздника, впечатление от вот этого теплого ощущения, оно пропадает. Да? Хотелось бы, чтобы все праздники прошли, как мы с вами назвали, без забот. Чтобы заботы были только праздничные, хлопоты были только праздничные, и чтобы все это было таким хорошим началом прекрасного Нового года. И вы там дадите советы какие-то, да, конкретные советы? Ну, я так знаю, что вы дадите конкретные советы, знаю. Да. Я тоже буду давать советы, там приемы новые будут, 5-секундные, 10-секундные, которые сразу снимают ту доминанту, допустим, тяжелого состояния на душе, и сразу создают доминанту хорошего состояния на душе за несколько секунд. Но мы больше не будем сейчас ничего не говорить, пусть это будет ожидательно, привлекательно, и чтобы люди ждали, потому что они на самом деле получат необыкновенный результат. Спасибо вам огромное. До встречи. На то, что наши рекомендации и техники, которые я тоже готова буду предложить, будут полезны. И совместно наши усилия, легкие, да, не такие несложные, не требующие какого-то длительного времени усилия, позволят вам, дорогие друзья, встретить Новый год прекрасно и без забот. Отлично. До встречи, дорогие друзья. До встречи. 27-го, 20 часов по московскому времени. До встречи. До встречи.